Чайки, да? Ну, блин, сначала сами сходите, посмотрите. А? Посмотрите, сходите. А ты что, разве не спасатель? Не водолаз? Нет. Понятно. Я в эту горку хоть подымусь, нахуй. С подписчиками здороваемся. Всем приветик. Всем здравствуйте. Всем счастья, здоровья. Бэ-бэ. И того и наилучшего. Всем привет, мы как всегда с вами. Говори громче, нихуя не слышишь. Ну, всем привет, мы как всегда с вами. Да. Прибыли Саша и Денис. В общем, друзья, что у нас сегодня по плану? Поехали мы в камыши, в болото, просто в болотище, блядь. В общем, Санька задача сейчас. Берет два камыша в нос и пошел на дно, короче. А третий куда нахуй? А третий тебе в задницу нахуй. В общем, друзья, что мы сегодня делаем? Мы сейчас посмотрим камыши. Камыши. И задача Санька и Дениса съесть по камышу, короче. По целому, ты что, охренел? Я что, с ней корову, что ли, блядь? Санек, блядь, ты нихуя не шаришь, блядь. Ты ел камыш хоть раз? Нет. Чемнату не ел? Каждое утро, нахуй, вместо завтрака хуярит, блядь. Как просыпается из-за камышов, нахуй. В общем, друзья, кто не знает, в камыше есть такая фигня, как называется рогоз. Это сердцевина сладкая, знаешь, там низина, вот, откуда он растет. Никогда не ел, что ли? Нет. Я и то, блядь, ел, когда пиздюком были. Ты ел-то, ёпта. Ты еще скажи, я муравьев хуярил, нахуй, они кисленькие, блядь. Ладно, в общем, кто знает эту тему, тот поймет. Ладно, пойдем посмотрим. Мы приехали просто пока, ребята, на разведку. Там вот... Кстати, тут чаек полно, можете на завтрак наловить. Вон тут болотище вообще лютое, просто лютое. Нахуй можешь с ручками уйти, слышишь, Денис? Так, Денис, твоя задача на разведку туда сбегать. Сможешь? Если ты потонешь, кричи, Санек. Если с тобой Санек прибежит, надеюсь, он тебя спасет. Пойдем, я за тобой. Бля, тут змей может быть дохуя, я тебе в натуре говорю, тут болото, блядь. Я понимаю. Ты где березки, иди к березкам идим, вон, где земля. Как раз они там на кустах и висят. А? Я говорю, как раз они на кустах и висят. На каких кустах? Иди я с тобой, иди я с тобой иду. Забор. В натуре? Забор стоит. Ну, надо перелазить Саньку тогда, что? Да, сможешь перелезть он? Да ладно. Да ладно, поехали в другое место. Тут не судьба, короче. Там забор надо перелезти, сейчас будет его. Кого? За... Я охренел совсем. Чего? Бля, в эту горку-то хуй подойму. Не, мы сейчас дальше сейчас объедем. Поехали. Че чайка летает, видишь? Рыба есть, ёпт. Пошли, нахуй. Там Денис, рви пару штук нафиг. Знаешь, как говорится, хуйня войне, главный маневр, нахуй. Пойдем. Да какие нахуй маневры, блядь, на шатанцы? Пойдем, ёпты. Тут болото лютое, пойдем. Пенопласт лежит. Нет, тут ништяк, смотри. Да хуй доберешься до него, нахуй. Да ладно, тебе главное сорвать его, ёб. А? Ты, по-моему, так иди и все. Вот тут земля. Санек, иди сюда, бля. Нахуя земля, бля. Ну там, да, чуть... Там вон плиты бетонные, вон. Там есть палец. Давай, Денис, надо, чтобы ты сорвал. Санек, иди сюда, я тебе говорю. Что, троём-то иди плохо, сюда, да. Ты сейчас первый пойдешь. Денис, твоя задача тут две башки таких сорвать, видишь? Можно вот здесь с краю подойти или нельзя? Опа, красавец! Просто красавец. Так. Типа она не поехала, блин. Отсюда, походу, на рыбалку ходит, не? Да, на какую пизду. Кстати, тут рыбу, знаешь, сколько, пиздец? Вот, тебе надо такую хуйню сорвать, эту длинную. Ебать болото здесь. Саня, иди купаться, я тебе место нашел. Он там сыт стоит, блядь. Блядь, туда хуй доберешься. Тут что, прикол, здесь очень мелко, а рыбы много. Ротаны. Да вот что, оторвать не может, дотянуться. Вон на бревно встань, ну на то. Попробуй встать. Ой, Санек, Артурчик, ты пиздец. С машины вышел. Че он летает-то? Че ей надо там? Вот не-не-не, ты ее не ломай, ее надо всю выдирать под корень. Ее тянуть надо. Ну, как же ее? Вот так вот берешь и тянешь, покажи мне. Вот, правильно. Вот это Санек будет шляпу есть. На, будешь? Вот, еще одну такую же, Денис. Вот, красавчик, вообще, вот эту фигню и надо. В общем, Саня сегодня будет, друзья.
что, не съешь, что ли, блядь? Ты что, не корова разве? Можешь сесть на нее, без разницы. О, шляпка какая. По щам тебе прям, бах-бах. Денис, только тащи, не ломай. Вытащил? Давай! Сорви другой, вот иди из-за другого. Вот этот вообще, вот этот легко вытащился, да? Ну да. Вытащил? Угу. Все, красавчик, все, пойдем. Давай. Вот такие, друзья, в общем, камыши, и сейчас ребята будут хавать и скажут нам, вкусно это или нет. Вкусно это или бя? Иди сюда, Санек, вот здесь снимать будем, здесь место хорошее. Иди сюда, на дороге мы снимать не будем, иди сюда. Вообще ходить не хочешь, смотри. Ты у Санька кипарик что ли держал? Это его кипарик, кстати. Я знаю, он мне его отдал, я его постирал, бля. Да? Ну это я ему подогнал, да, ну ладно. Ты что дохаешь-то? Заболел, я же тебе говорил, простыл голос. Ну что, балерина, как ваше ничего? Санек, ну ты должен как змея в камышах уже быть, понимаешь? Да, ёп. Ты настолько уже по болотам ходишь, что уже должен как свой, блядь, быть. Я что, тебе водяной? Тебя толкнуть или что? Не надо меня толкать. Давай, блядь, иди. Вот. Я не даю, дебил, блядь. Давай. Так, смотрите, задача. Твоя задача съесть, вот здесь вот внутри, короче, такая вкусная шляпа есть. Вкусная Я пока шляпа. Не знаю, какая, но сейчас мы найдем. Ну, шляпа есть, да? Ну, шляпа есть, да. Очищай вот этот корень. Я знаю, то, что смело, ты можешь, по-моему, вот так ее ломать. По эту хуйню ты можешь ломать ее. Ой, блядь. Стой, подожди. Вот здесь вот ты точно можешь уже ломать ее. Она вот эта шляпа ненужная. Кстати, вот это мы оставим, потом будем снимем конкурс с этой фигней. Санька в ней испачкаем. Кого? Мне мыться негде, блядь. Испачкаем, блядь. Я тебя на пуд привезу, ничего страшного, поможешь там. Нет. Да, нахуй. Нет. Да. Нет. Да, я тебе говорю. Ну хуют, блядь. А? Вот, вот это вот хрень едят. Ломай вот здесь вот ее тогда. Едят, блядь. Да ёхи, сломай. Я тебе говорю, что это рогоз называется. Рогоз, блядь. Подавиться можно этим рогозом, нахуй. Я тебе говорю, что это едят, это вкусно. Ну да. Она какая-то слюнявая вся, блядь. Потому что это ее еще очищать надо. Смотри и учись, как сейчас Денис будет есть. Кстати, она очень полезная и очень сладкая. А, ну вот она, это не это даже еще. Ну ты вот это сломаешь, чтобы вот здесь. Да, дай вот Саньку он сейчас перекусит. На, покажи, зубастик. Хуяй. Как эти, помнишь, в автобусах билеты хуярили? А, да, автоматы. Покажи, зубастик. Вот. Вот и все. Ноль вопросов. Зубы на месте? Или выпали? Вот и все. Вот видишь? Давай, сперва будет он есть. Поправим вообще, съедобно это или нет. Она мне, блядь. Сука, такой жейка, вот я в нос, блядь, за соплями полез, блядь. Короче, вот эту шляпу, короче, какую-то там едят. Я толком не знаю, какую. Ну-ка, стой. Вот эту. Блядь, тут дею какой-то. Я что, тебе бобёр, что ли, блядь? Ой, блядь, ну какую-то, короче, едят тут. Вот эту, наверное, едят. Какую? Хрень. Не, это не то. Какая? Не то это, блядь. Ну вот, сердцевина. Ну, блядь, она не должна быть. Она должна быть. Тогда выше, значит. Тогда, значит, вон там где-то повыше. Так вот там вот такая же хуйня, блядь. Да не, просто. Ну дай. Ну да, я попробую. Да ты вот дай ему весь корень, пускай живет. Весь я. С ботвой нахуй. Это кепку подними, ёпты. Да это дерево, это не то. Горькая, сука. Горькая? Ну, значит, нормально. На, жуй. Ты сказал, что она сладкая должна быть. Ну ты попробуй, а вот так ее откуси, да и все. Вот так вот, да.
блядь, и сопли потекли оттуда. Какой кухи, ёлка. Она не кусается нихуя. Тогда, значит, повыше надо. Она должна быть мягенькая. Я знаю, что она даже... Может, даже вот... А, нет, вот это еще твердое. Блядь, что она вся твердая. Да она вся твердая, ёп. Подожди, дай. Да ты не то жуешь, блядь. А что надо жевать? Да подожди, короче, я понял. Снимаешь листья, и вот здесь он появится. Такой сладенький. Все листья просто снимай, и все. Он появится сейчас вот здесь. Здорово, бобер. Фу, блядь. Да нахуй ты ее жуешь-то? Он пробует, нахуй. Методом тыка, блядь. Вот, сейчас вот здесь появится, вот она. Она еще твердый, что-то еще. Может, надо без камыша? Сейчас попробуем, ладно. Да не дохай ты, ёпты, полезно вообще. Ты знаешь, кстати, какая полезная? Да, я уже знаю. Я чувствую прибавление здоровья, да? Походу без палки надо. Ну-ка, держи. Вот. Так, стой. На, вот здесь кусани. Я что, у тебя зубастик, что ли, ёпта, блядь? На, вот здесь куси, попробуй, нормально? Как ты нахуй без зуб ломаешь, блядь? Ну ты попробуй, откуси кусочек, блядь. Вот. Блядь, чуть не упал, ж нахуй. Ты шляпы оставляем на ролик потом на следующий. Че, нету разве? Бля, походу Денис без камыша надо, пойдем заново. Походу без камыша надо, Санек. Ну такая же хуйня. Не, блядь. На. Баба, на тебе шляпу. Жезл, можешь за щеку попихать? На, или спать, когда будешь, обнимешь ночью. Не нужен. На. Ты его только не оставь, мы его потом будем использовать. Денис, короче, нужен без камыша, ты понял? Надо сначала удалить. Вот, вот этот прям крайний, дергай, вот он. Вот эти два. Не-не, это небольшой? Не знаю, блядь, но он не тянется. Ты тяни вот этот, вот. Ты кто быстрее? Два вот этих. Да. Вот какая-то хуйня нырнула. Нихуя себе, блядь. Небольшой, блядь. Вот. Хуя. Хуя там корень, давай. Вот Саньку нахуй на завтрак. Тихо, Санек. Отойди. Санек! Во, на! На завтрак! Специально с болота, нахуй. Фоняет, да? Я вообще хуй знает. Она, в принципе, съедобная, но с болота есть, можно, нет? Сейчас будем пробовать, заебал. Вот, походу. Нет, все, ёпка. Не, вот это точно. Не точно, блядь. На, вот, смотри, какая. Псуй. Ты сейчас ломаешь. Я с этой больше повернул, блядь. Да, вот. Вот это точно, вот этот. Снимай все эти листочки. И вот сейчас будет здесь рогоз. Все, это походу мы просто не поняли, просто надо без шляпы было. Без шляпы, да. Кстати, реально он очень полезный, он очень сладкий. Ты сейчас сам, когда будешь, ты поймешь. Ты когда сам здесь, вы скопытите, бля, потом поймешь, нахуй. Че, вот он, да? Ну, походу. Блять, он должен быть не такой. Ну, по-моему, вот такой. На, попожу. Вот, по-моему, такой. Слышишь, что? Ну, пожуй, короче. Знаешь, напоминает. Сладкий он должен быть. Не сладкий, он напоминает огурец. Да, 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 вот. Это то. Вот, значит, это то. Огурец напоминает? Какой? Свежий. Я тебе говорю, это реально вот это вот, значит, рогоз. Мне, как только бы, ты не жуй нихуя, это Денисова доля. Мне как следующий. Бы от подноса нахуй, блядь. Меня оторогозится сейчас, блядь. Денис, ты можешь от один, он давай сидим, блядь. Не, второй, это для Дениса, ёпта. Это для тебя. Ты можешь не жевать это. А тебе понравилось? Что не жевать, уже значит. Реально по вкусу как огурец? Он так и должен быть, кстати. Огурец, хочешь попробуй? Не, я не хочу. Мы сейчас чайку еще зажарим, нахуй. Да, поймать бы ее еще. Хули ее ловить. Да ты прям кусок так сала, кидай. Блядь, на эту, на удочку. А вот это вот есть можно, нет?
Знаю, еще не пробовал. Пока, ну, пока попробуй. Белую. Я знаю то, что белую точно можно. Не, можно, можно. Все, я понял. Вот эта вот шляпа. А ее даже видно. Вот она. Вот она, белая начинается. Вот это уже можно есть. Вот это. На! Знаешь, я Серпухов в платье сделаю? С камышей, блядь. Тумба-юмба, нахуй. Что ты мне слышишь, у меня вон есть, блядь. Несколько слов о вашей собачьей жизни. Скажите, пожалуйста. Ну что скажешь-то вообще, как на вкус? Да не знаю, какая-то хренотень. Давай по-быстрому, ну, запихни его. Ну это и есть огурец, натуре. Ну вот видишь, как ест. Ничего не будет. Правда, ёпта. У меня у Ромы сортир есть, дальнячки нету. А у меня и дальнячки нет, нахуй. Так, Денис, давай быстро в темпе. Сейчас будем Саньку очищать. На. Не, это... Да это ты уже ел, что ты ему даешь-то? Все. Вот это доедай и все. Огурец или сейчас хуёвый вкус пошел? Такой непонятный. Не знаю. Горчинка, ну такой, огурец с горчинкой, блядь. О, просроченный огурец. Знаешь, можно вместо огурцов переросли, блядь. Санёк, за вместо огурцов можно использовать, слышишь? Чего? Да, буду каждый день теперь на болото ходить, нахуй, блядь. За огурцами, блядь. Огурцы собирать, нахуй. О, давай вот это почистим ему и все. Только ты чисть аккуратно, давай, оставь его, стой стоять, вот. Чисть аккуратно, потому что надо аккуратно, блядь, комар, сука. Ну куда ты очень здоровый, сильно, по листочку, по листочку чисть. Вот, вот он, все, вытаскивай его, доставай оттуда. Вот он. Тебе как, вот. Нихуя мне кусок достался, блядь, ёпта. Не, сейчас мы его почистим. Да ты вот, отрывай сверху, по листочку отрывай, все, ставь его так, вот так. Вот. Блять, так блевать тянет, так что летучим, блядь. Или провалюсь, или нахуй, блядь, продрешусь, блядь. Да не ссы, блядь. Все нахуй. Вот он только, он маленький здесь, нормальный. Покажи. Ну вот он, ёпта. Спасибо. Маленький. Начинается. Ну да, вот. Вот, его вот так вот едят, только надо почистить его. Ой, ебать, покажите личинку там. Какой нахуй личинку? Ебать там личинка! Ебать! Давай, давай личинку! Охуелся! Покажи подличку еще. Нормально ты смотри, блядь! Да ну нахуй, блядь, пизду, я не буду. Ну-ка давай еще! Давай еще! Ты вот. Сейчас на меня упадет, блядь. Она, кстати, сама рогоз ела, слышь? Ну и нахуй, блядь. Давай еще этот кусок доем и все. И это я не буду случиться. Блядь. А знаешь, чему? Не просто так они там ползают. Конечно, они меня. Они же пока я сожру, нахуй, да, блядь. Блядь, убери. Санек засосил, по-моему, аккуратненько. Макарони. Блядь. Давай другой тогда. Денис, пойдем еще ему один оторвем. Да не надо ничего рвать. Надо, блядь. Надо. Пойдем оторвем. Иди оторвим еще один. Хуй знает, если достану. Достанешь. Это просто, Санек, просто так личинки там вот эти не бывают. Это понятно. Гусеницы вообще, это не личинка. Да мне хоть бабочку ебать. Бля, вот с этой, блядь, то там белок ебаный вот. Вот и ешь этот белок нахуй. Ты не хочешь? Нет, что-то, блядь, желание потерял. Блядь, смотри, куда залезли, блядь, видал нахуй? Санек, где она есть-то, блядь? Где она есть-то? А я откуда знаю, что, блядь? Наблюдаю за ней, что ли? Вот куда залезли, да? Вот она, эта хуйня. Ладно, ждем сейчас, тебе еще понесем добавки. Ты кстати... пол болота мне сорви, нахуй. Третий поход за рогозом. Надо достать, Денис, любой ценой прям. Может, вот здесь зайдешь, не? Во, вот этот можешь достать, слышь? Вот здесь вот близко, если вот здесь пойдешь. Сейчас, ребята, достанем, и тогда включимся. Я по-братски тебя нашел. Спасибо, ребят. Да? Вот с двумя личинками нахуй. Санек, она здесь напополам. На, чистим.
Она что, в болоте искупалась, что ли? Не. Мокрая, вот. Ты ее вывел, что ли, просто? Да ты охренел, елки, я доставал. Вот она, ёпты. Вот здесь, вот эту откуси. Ой, оторви. Да вот, все, короче, вот. На, жуй. Это... Без личинки, блин. Без, чистая, ёпта. Не, не, это чисто. Только как он окнули в болото, так ничего. Ну, если мясо почувствуешь, что нормально. Да рано ты гусю, на самом деле, можно было съесть. Я не знаю, что ты, блядь, задний дал. Нихуя ты, блядь, простой, как, блядь, электровеник, блин. Санёк, когда есть нечего, когда нужен белок, насытиться надо, то едят. Ты мне хочешь сказать, что здесь находится белок, блядь? В улитке в этой, блядь. Откуси, попробуй. На вкус как огурец, на кусочек. Просто, чтобы понимать, то это или нет. То? Ну и все, жуй молча, ёпты. Блядь, так молчу, блядь. Я даже больше скажу. Как огурец с редиской, блядь. Вот, это то. Чуть-чуть горчинка такая идет. Ты еще майонез мне скажи, нахуй, налить нахуй на нее, блядь. Ты что, никогда не ел что такое? Чего? Никогда не ел такое? Каждый день, блядь. Говорю, блядь. Я как просыпаюсь, сразу на болото, нахуй. За камышом, блядь. Скажи, сколько осталось? Да сейчас, блядь. Да закидывай ее в рот всю целиком. Да и что ты ее кусаешь-то по чуть-чуть? Вот и все, все. Вот и все. Что, сложишь, что ли? Самое легкое задание вообще, какое возможно придумать? Не. А? Самое легкое, это когда суп-паёк жрёшь, нахуй. А, то есть, что, скажешь, в целом? А так что, в целом можно? Можно, по-моему, и березу перекусить, эту хуйня. Что там, нахуй, как бобры, ухватимся с двух сторон, бля. Ну, съедобно, есть можно. Бля, я же говорю, есть можно. По вкусу как огурец. По-моему, даже эту гусеницу можно есть, ты же сам говоришь, что это белок. Не знаю, посмотрим, бля. Если толчок не расколется теперь, нахуй. Не тресни. Да ты, по сути, ничего не съел. Нихуя себе, блядь. Я вот этот кусочек маленький съел, и эту еще, блядь, такой большой, блядь. Ладно. Ладно, друзья, в общем, пишите свое мнение в комментариях по поводу этого всего. Правильно ли они ели, или то, или не то. Кто понимает, пишите. Рогоз ли они ели, кто или... Кто понимает, блядь, что там мы... Как они камыши, что ли, там жрут, нафиг. Не, ну кто-то по-любому ел рогоз, так что... Рогоз, блядь. Охуенно пошло, походу. Да, видишь? С пивком-то, бля, ёпта. Да, Санёк ещё, друзья, пил, напился, ну ничего. Пойдемте, да, заканчиваем. Так, стой, вот такую херню мне оторвите. Оторви вот такую фигню, Денис. И еще одну, там вот лежит где-то. Отрывай, по-моему, здесь ее. Домой еще хочешь взять? Я для следующего ролика. А что ты хочешь с ней придумать? А? Что-нибудь придумаем. Она же как это... Съедобная. Нет, она не съедобная, это ж пух, ёпта. Надо нож было, блядь, с собой таскать, ёпта. Можно будет испачкаться ей и чем-нибудь облиться. Я знаю, что они горят охуенно. Ну вот. Они не горят, Саня, не тлеют. Ну тлеют. Дымище пиздец. Ну вот от комаров дома. У тебя мух до хуя, вот дом зажгешь. Я лучше как-нибудь ленту куплю. Да, только мне надо под самую сраку оторвить, чтобы без этой хуйни. Оторви, Санек. Ну че я тебя оторву? Да руками, ёпты. Где, под какой сраку? Вот здесь прям отрывает ее, ломай и все, вот здесь прям. Зубами будешь, что ли? А чем, блядь? Хуем? Давай. Да у тебя зубы, ты говоришь, у тебя... Хуя себе, слышишь? Что ты, я не ожидал? Ты банки открываешь, ты шляпу оторви только. И вот, и вот эту. Все, пошли. Так, ну что, друзья, подведем итоги. Санек, говори в целом, как что? Ну за... что, как что? Ну, есть можно, только будем ждать результата, нахуй. Или пропоносишь, нахуй, или проблююсь, бля, ёбка, блин. А так ничего, нормально. Ну, а помашать ручкой? Могу двумя. Все, давай. Все, всем пока. Подожди, сейчас машина поедет. Что ты? Говорю, все, всем пока. Есть можно. Да, и вот нужно, да. Если хотите, приходите на болото, да. Приходите на болото, наедимся жабанят. Все, машина. Все, всем пока, давайте. Пишите в комментариях, друзья, правильно вот они ели или нет. Все. Всем удачи, всем до скорого. Бэх. Да. Вот вкус разный. Вот который вот Денис чистил, вот я вот кусок вот этот маленький взял, попробовал, блядь. Он больше, блядь, послаще. А вот этот, который сейчас я ел, он, блядь, с кислиной какой-то, нахуй, блядь. Может, кислинку прям... есть нельзя, хуй знает. Пиздец, нахуй, блядь. У меня во рту, нахуй, блядь, как будто мухи насрали, нахуй. Язык тебя не имел? Помнишь ты улитку ел, когда у тебя языка не имел? Да, помню. Кстати, улитку, может, тоже заебешь. Не. Пожарит. Что, видимо, язык онемел, нахуй. Не, а когда отварить-то их можно?
Не знаю, я бы дома пробовал, в принципе. Ну вот. Но они невкусные почему-то какие-то. Ну, мы тебе приправки добавим, нормально будет.